В сериале «Рыбка Эгейского моря» показана противоположность двух культур с их обычаями и устоями. Под словом «рыбка» имеется в виду Черное море. Оба побережья Черного и Эгейского морей необычайно красивы, и многие пейзажи просто будут шокировать зрителя. Режиссер показывает встречу двух молодых людей из разных регионов, как бы пытается растворить характеристики обоих регионов в одном общем котле. В результате немного наивных встреч двух разных культур будут происходить смешные и эмоциональные события. Премьера запланирована на 8 июля на канале ТРТ-1. Главные роли исполняют Ураз Кайгыларуглу в роли Денис и Бесмитсо Оздемир в роли Зейнеп.